Всех приветствую на своем YouTube-канале. За окном 21 мая, 8 часов вечера, и сегодня мы с вами поговорим про высадку томатов в открытый грунт на черный спанбонд. Я считаю, что на даче надо добиваться максимального результата, затрачивая минимальные физические и финансовые усилия. Пытаюсь сделать так называемый ленивый огород. Все огородники знают, что прополка занимает основную часть наших дачных трудов. Избежать ее нам помогает черный спанбонд, который не дает расти сорнякам, удерживает влагу, то есть выполняет функцию мульчи, а также хорошо прикрывает наши растения за счет своего черного цвета. Высаживать будем монгольские карлики Cherry 6.7F1. Это сорта, предназначенные специально для открытого грунта. Итак, приступаем к посадке. Грядку длиной 10 метров и шириной 1,5 метра закрываем черным спанбондом. По бокам укладываем старые замученные жизнью доски, чтобы наш спанбонд не сдуло ветром. Монгольский карлик будет занимать площадь около 1 метра. Очень интересный сорт, но про это будет отдельно ролик, чтобы не отвлекаться от основной темы. Делаем разрезы крест-накрест посередине грядки с расстоянием примерно в 1 метр для монгольского карлика и по бокам грядки с обоих сторон на расстоянии примерно 40 сантиметров для черри-пунта. Вынимаем из разреза землю примерно на 3 объема вашей емкости с рассадой и высыпаем ее в сторонку. В каждую лунку добавляем щепотку азофоски, обязательно перемешиваем ее в лунке, чтобы удобрение не касалось корней. Берем хорошо перепревший перегной или компост. Достаем наши томаты из емкости для рассады, ставим их комом земли в лунку и засыпаем подготовленным перегноем. Обильно поливаем их и мульчируем тем же перегноем. На этом посадка окончена, как и основная работа с томатами в этом сезоне. Теперь только подкормки по мере необходимости. Данный способ является лучшим способом выращивания томатов для ленивых или тех, кто не может уделять много времени своим растениям. Всем спасибо за просмотр. С вас лайк и колокольчик. А также подписка, если по какой-то странной причине вы еще не подписаны на мой канал. Новые видео каждую пятницу в 20:00. Всем пока и удачи!